Да, вы видите ртуть, которая вылилась на паркет из разбитого термометра. Вот. Но большую часть я уже собрал и решил поделиться этим опытом. Что-то важно. Многие боятся, что тут будет испаряться. Ну, конечно, она будет испаряться, будет вредить, но для того, чтобы она реально повредила, надо много ртути. Из вот этого шарика, конечно, ничего это не повредит. Но все-таки лучше собрать. Да вот видите, я ограничил пластилином область, где эти шарики. Вот. Мне получилось даже вот эта часть шариков попала сюда, вот между паркетом, выгнать оттуда пластилином. И вот этим вот инструментом эти шарики. Но это сложно, с двух сторон все равно надо было обкладывать. Сейчас я поставлю этот приборчик для записи. И покажу, как пластилином собирается ртуть. Мне было не досуг искать в интернете, как это делается. Ну, понятно, водой не надо ртуть пытаться смыть куда-то. Убежит, улетит, будет тут же где-то. На тряпке не останется. Так, и вот я делаю вот такую вот лопаточку из пластилина. Сейчас я покажу. Вот такая вот лопаточка из пластилина. Да, здесь вот яма, видите, чтобы ртуть не убегала, она убегает этот шарик. Шарик жидкости. Представляете, шарик жидкости. Ведет себя как жидкость, только шарик. Вот. Малейший уклон, она бежит по этому уклону. Вот. Поэтому вот этот большой шарик сейчас немножко запас дам себе, двину. Так, с двух сторон, с этой стороны двигать уже не буду, там щель. Пониже сделаем. Вот так ставим. Оп. Немножко здесь уменьшаем высоту ограниченную и загоняем сюда. Вот так загнали. Вот так. И теперь переносим. Ну, я вот на салфетку переношу. Вот на салфетку. Вот. Можно, чтобы салфетки тоже не убежал. Никуда. Вот и этот пластилин тоже оставляю здесь. Мало ли, что на нем осталось. Ну, тут остался еще совсем маленький шарик. Я вот таким же образом. Сейчас с маленьким, конечно, сложнее куда. Можно было бы, конечно, соединить большой с маленьким. Я хотел это сделать. Ну, что-то уже этот большой появился.